Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Обращайтесь в Центр поддержки экспорта Курской области и выводите ваш бизнес на новый уровень. Ряд вопросов о защите населения и территории Курской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и взаимодействия в решении этих задач со старостами муниципальных образований обсудили на днях в рамках тематического круглого стола. В регионе институт старост действует уже 10 лет. Всего же неравнодушных к судьбе земляков человек в Курской области насчитывается около 3000. Для каждого из них законом субъекта определены полномочия и права, а также гарантии и иные вопросы их статуса. Староста населенного пункта – это не представитель органа местного самоуправления, а это представитель населения, граждан в органах местного самоуправления для решения вопросов, которые сегодня возникают на территориях, в границах населенных пунктов, сельских поселений, городских поселений. И, несомненно, в решении вопросов, вопросы комплексной безопасности являются очень важны и очень актуальны, в особенности на современном этапе, когда риски и техногенные, природные, биолого-социального характера, они практически у нас возникают постоянно и ежедневно. Старосты большую часть своего времени работают с населением. Старшие населенных пунктов на постоянной основе привлекаются к пожарно-профилактической работе индивидуально и в составе межведомственных оперативных групп. В задачи старост входит организация сходов граждан, профилактический инструктаж на дому, патрулирование территории населенных пунктов и водных объектов. Обращайтесь в Центр поддержки экспорта Курской области и выводите ваш бизнес на новый уровень. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.